Последние сутки в регионе вообще прошли под знаком трагедии. В Братске утонул 24-летний мужчина, а в Черемховском районе в пожаре погибли двое детей. Здание загорелось рано утром. Малыши были дома одни. По словам бабушки, она ненадолго вышла в огород, а когда вернулась, увидела здание в огне. Пожарные прибыли на место ЧП через 10 минут после сообщения, но к этому времени дом уже горел изнутри, и пламя перешло на кровлю. Спасти детей не удалось. Тела 4-летнего мальчика и 2-летней девочки были обнаружены под сгоревшими конструкциями. По сообщениям пресс-службы регионального МЧС, сейчас рассматриваются две основные версии пожара: неосторожное обращение с огнем детей и короткое замыкание.